Традиционно заседание политсовета началось с пополнения рядов партии. Кунаковское отделение, местное отделение партии «Единая Россия» поступило 7 заявлений от граждан, изъявивших желание стать членами нашей партии. Все граждане являются жителями города Кулуктан-Аба, достигшие 18-летнего возраста, в течение 6 месяцев являлись сторонниками партии, зарекомендовали себя с положительной стороны. В их числе люди, уже вышедшие на пенсию и готовые посвятить себя общественной работе, а также анапчане трудоспособного возраста. Каждую кандидатуру выносили на голосование. Кто за то, чтобы Владимира Петровича Корзаченко принять в члены партии, прошу голосовать. Против. Воздержался. Поздравляю вас. Главным у однопартийцев был вопрос, почему вступаете в партию. Почему решил вступить? У меня сын растет уже 6 лет. Хотелось бы, чтобы мой сын рос в достойном обществе, чтобы помогать этому городу. Я здесь приехал, обосновался и уже считаю, что это мой город. 10 лет и чувствую себя однопартийцем, хоть и не коренным. И поэтому хотелось бы помочь городу. Руководитель исполкома Валерий Полчининов сообщил, что 6 июля состоится 21-я конференция Анапского местного отделения «Единой России». На ней будет обсуждаться предстоящая кампания по выборам депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Еще одна тема в повестке дня – дополнительные выборы депутата по Гастагаевскому одномандатному избирательному округу номер 20. Они пройдут в сентябре этого года в связи с тем, что депутат Совета города-курорта Анапы Михаил Макаренко досрочно сложил с себя полномочия.